Может ли у ребенка 11 лет быть анемия из-за того, что его мачеха провела какие-то нехорошие ритуалы по отношению к нему? Никогда. Ритуалы на детей не воздействуют. Мама может воздействовать. Она могла ругаться, могла наказать, могла сказать, теперь ребенок переживает. Вообще я могу сказать, что у вас какое-то противоборство по отношению к этому ребенку. Я хочу вас научить. Дети болеют из-за того, что мамы или какие-либо тети плохо говорят на папу или еще на кого-либо. Наши дети, они болеют в случае, если мама критикует кого-то, ненавидит кого-то, сплетничает о ком-то. Дети являются тем, кто несут ответственность за поступки родителей. Именно поэтому рот на замок. Именно поэтому, если ваш ребенок для вас дорог, старайтесь проявлять к этому ребенку заботу, гладьте его, говорите ему хорошие слова, восхищайтесь, целуйте, обнимайте, держите его за ручки, говорите, что я хочу быть к тебе ближе, и ты для меня дорогой, мне очень нравится, что ты есть в моей жизни, я для тебя стараюсь, но не в упрек, и я всегда буду тебе помогать. Вот признайтесь в любви этому ребенку, пусть он знает, что у него есть плечо, на которое можно опереться. Поменьше претензий.